сэр, поступило первое донесение от нашего агента с побережья. В ходе операции он обнаружил, что в закрытую зону, кроме цемента, поставляется множество механизмов, запакованных в ящики и контейнеры. Один из них ему удалось открыть. Внутри находилась труба большого диаметра с внутренней нарезкой. Исходя из предоставленных Легреном документов и расчетов наших ученых, это составная часть орудия, которое должно иметь не менее 30 метров длины и посылать снаряды весом около 140 килограммов. А зона поражения данной пушки должна быть свыше 160 километров. Около полугода назад резидентура в Польше занималась сбором информации по проекту 51, который являлся частью нацистской программы разработки нового поколения сверхоружия В-3. Было зафиксировано испытание опытного образца пушки очень оригинальной конструкции в районе города Миздрой. Данное орудие в секретных документах проходило под разными кодовыми именами. Наиболее часто использовались имена «Суперпомпа», «Усердная Лисхен» или «Тысяченожка». Конструктивно орудие состоит из нескольких частей – основной ствол и боковые ускорители. Во время движения снаряда по стволу срабатывают электродетонаторы. В боковых ускорителях воспламеняются заряды, и снаряд получает дополнительное ускорение. Для установки такого орудия необходимо создать наклонный тоннель в толще земли и сеть помещений для обслуживающего расчета и хранения боезапаса. Судя по полученным разведданным, строительство такой батареи в настоящее время происходит где-то на побережье. Господа, я считаю, что над столицей нашего государства нависла смертельная угроза. Нет сомнения, что именно Лондон является основной мишенью для данного орудия. Пока мы ожидаем новые данные из Франции, придется перевести бомбардировщики в режим повышенной боевой готовности. Необходимо в кратчайшие сроки выяснить точные координаты и нанести упреждающий удар. Как только будут получены координаты батареи от Легрена, немедленно поднимайте эскадрилью в воздух. Лисхен должна замолчать.
Thank you.